Итак, заключительная игра сегодняшнего дня для нашей команды. Третий соперник в нашей группе — команда Елабуга. У вас какой год, ребят? 12-й. Елабуга, 2012 год. Да, разница в весе, в росте, в габаритах довольно-таки. Приветствовали ребята друг друга. Сейчас подсоединяются, ну, где-то в районе 20-30, бывает. Многие сегодня сюда просто приехали. Так, матч начался. Аут. В пользу команды «Строитель». Якупов будет разыгрывать через Брагина. Брагин, Гараев, Брагин, Афанасьев, Минеев, Минеев на Якупова, Якупов проход, удар, опасный момент создает Якупов, вратарь вынужден выбивать мяч на угловой. Афанасьев. Сильный удар. Перекладина. Якупов, добивание. И чуть-чуть выше ворот. Опасный отрезок показали наши ребята. Афанасьев. Гараев должен побороться. Да, поборолся. Гараев, Искандер будет вводить мяч. Афанасьев. Афанасьев на Минеева. Минеев. Отличная передача на Гараева. Удар. И рядом со штангой в притирку пролетает сейчас мяч. Минеев сразу накрывает. Отличная передача от Минеева на Гараева. И не может Искандер, не успел обработать мяч. От ворот. Команда Елабуги разыграла аут. Якупов. Сильный удар. Афанасьев. Передача. Гараев подхватил передачу. Мяч. На Якупова. Якупов. Потеряли мячик. Аут. Брагин. И команда Елабуги выбивает.
Афанасьев отлично на перехвате. Быстрая оборона. Должен Брагин увидеть сейчас Минеева. Нет, не увидел. Афанасьев. Афанасьев ставит корпус, и мяч уходит. Брагин будет вводить мяч от ворот. Сильно вперед на Минеева. Минеев должен увидеть Якупова. Нет, Минеев сам обыгрывает. Опасно. Удар. Гол! Минеев. Счет в матче становится 1-0. Сам Николай обыграл двух игроков. И в дальний угол. Гараев перехват. Афанасьев на Брагина. Брагин. На Афанасьева. Афанасьев на Минеева. В центр. Должен увидеть Якупова. Да, Катя, это Якупова. Удар. Перехват от Якупова, Минеев. Нет, чуть-чуть не успел Коля к мячу. Должен побороться, да. И мяч уходит. Афанасьев. Должен... Так, Якупов будет вводить мяч из-за боковой. В центр на Минеева. Гараев отлично на опережение. Прострел. Убери ты под себя. Надоел все, Гараев. Смена. Смена в команде «Строитель». На поле появляется Загайнов, Колесников, Карапетян и Сафин. Карапетян должен с Брагиным дол. Да, спокойно с Брагиным. В центр на Загайнова. На Колесникова. Колесников догонит, да, догонит. Амир сам решил сам пробить. Рядом со штангой мяч пролетает. Сильная передача вперед. Брагин спокойно оставляет мяч. Карапетян не стал догонять мяч почему-то. Проспала защита. У нас сейчас выход. Прострел. Иван вместо Карапетяна появляется. Счет в матче становится 1-1. Афанасьев вперед на Колесникова. Колесников не готов к такой передаче. Загайнов. Сафина. И мяч выходит за пределы. Афанасьев. Колесников поборолся. И Елабуга бежит вперед. Афанасьев успевает вернуться и выбить мяч на аут. Смена в команде «Строитель». На поле появляется Минеев, Гараев и Якупов. Штрафной.
штрафной Афоня, зарабатывает. Афоня, Афоня, Якуб, покажи, Якуб. Гара, Афоня, Коля, Коль. Не спеши, Гара. Коль, Коль. Коль. Какую-то домашнюю, домашнюю заготовку показали. Рядом ты со штангой опять. Попросить, а чтоб он отошел. По свистку будет играть. Штрафной в пользу Елабуги. Аут в пользу команды «Строитель». Минеев. Афанасьев. Афанасьев на Брагина. Брагин отлично в центр на Минеева. Минеев. Слабо, слабо не прошла передача на Гараева. Но сам же Минеев исправился. Якупов. Минеев. Брагин должен вступить в игру. Ой-ой-ой, какую ошибка. Чуть-чуть не поплатились. Сильная передача вперед. Сильно вперед ногой. Минеев, отличная передача на Гараева, выход 1-1, удар, гол! Гол забивает Гараев Искандер. Счет матча становится 2-1. Якупов на Минеева. Минеев обратно на Гараева. Гараев, выход 1-1 еще раз. Но вратарь Елабуги справляется. Сильный удар вперед. Афанасьев. Афанасьев должен побороться. Выход 1-1. Брагин. Брагин катится и спасает команду сейчас. И финальный свисток. Там посмотри, ребята, взяли, нет? Ждем второго периода. Счет в матче 2-1 в пользу команды «Строитель». Команда «Строитель» вышла на поле. Первая четверка. Шакиров, Сафин, Загайнов, Колесников. И в воротах остается Брагин.
матч начался. Тимур, спина не отпускай. Колесников сам потерял, сам исправил. Отличная передача на... Колесников. Колесников в подкате. Второй подкат. Нос правой, блядь, пробей. Сильный удар. Колесников. Загайнов. Сильно. Так, Шакиров на Сафина. Колесников опять в подкате. Выход 2 в 1. Колесников сам ударил, и в штангу попадает мяч. После касания защитника команды Елабуга заработал Колесников Ранмир угловой. Смена в команде «Строитель». На поле появляется Гараев, Афанасьев, Якупов, Минеев. Сильный удар. И Брагин справляется. Неожиданный удар получился у игрока команды Елабуги. Брагин на воротах на месте. Опять Брагин. Опять добивание. Брагин. Все, фиксирует Брагин мяч. Гараев. Передача на Якупова не точная. Выход 1-1. Тим, счет в матче становится 2-2. А, да, Оль, точно 2013 год. Они все Елабуга. Опять ошибка. Афанасьев. Минеев. Гараев. Выход 1-1. И не добежал Искандер. Остановился. И вместо него появляется сразу на поле Колесников. Команда «Строитель» будет. Давай, Радмирчик, давайте, надо. И команда Елабуги вынуждена выбивать мяч в аут. Афанасьев на Брагина. Брагина Минеева. Якупов. Он должен... Сам разбегается. Якупов. И будет прострел. Минеев удар. Выше ворот. Колесников Радмир поборолся. Заработал аут. Проси пять. По сигналу, по свистку. Отличная передача на Колесникова. Колесников разыгрывает. И цепляет ножку. Рамир, за спиной. Минеев, Афанасьев, Брагин.
Колесников. Толчок. Быстрее, 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 Рамиль. Якупов. Якупов сам убирает. Делает прострел. Минеев удар. Очень-очень опасный момент. Игроки Елабуги уже просто встали забором. Минеев. Удар. Выше ворот. Якупов. Брагин. Сразу увидел Минеева в центре. Передача. Минеев должен разгонять атаку. Не получилось у Минеева обыграть. Афанасьев опережает, да, на Якупова. Якупов обыгрывает. Прострел. И два в одного убегают. Команда «Строитель». Передача на Минеева. Минеев. Удар. И в последний момент Минеев падает. Нереализовываемый 100% момент. Отмечим отличную игру Якупова в данном эпизоде. Колесников отличный перехват. Минеев удар. Гол! Отметим отличную игру Колесникова Ратмира, который не выключился из игры, поборолся. Сделал отличную передачу на Минеева. В команде «Строитель» замена. Вместо Якупова появляется Сафин. Сафин. Да, тараном идет игрок команды Елабуга. Минеев. Минеев должен побороться. Да. Успокоить надо маленькую игру. Минеев разгоняет. На скорости показывает дриблинг. Афанасьев первый на мяче. Сафин. Неточная передача от Минеева. Сафин вернулся назад, помог. Передача на Минеева. Минеев должен сейчас увидеть Колесникова. Да, увидел Колесникова. Рука была, товарищ судья. Не видит. Минеев на Афанасьева. Афанасьев Брагину. Брагин отлично на Колесникова. Не побежал почему-то Радмир. Результат потеря. Афанасьев. Так, да, спасибо Красному Максиму. Мне подсказывает. В команде «Строитель» произошла замена. На поле появился Гараев. Вместо Колесникова Минеев с мячом. Сам обыгрывает. Чуть-чуть не прошла передача на Сафина. Сафин Даниэр должен побороться. Не спешить надо, не спешить. Сильно вперед на Минеева. Вместо Сафина появился Якупов. Штрафной.
давайте мы стрелять, порядка, давайте. Не перевести. Россия, тебе вот Россия. По сигналу. Удар. Мимо ворот. Ближе, Роберт. Афанасьев. Все, поднимайте. Ну побороться-то! Минеев. Минеев с мячом. Якупов. И команда Елабуги выбивает. Ваут. Ближе к игрокам. Бега, Демид. Демид, он за спиной у тебя не должен быть. Гараев на Минеева. Минеев на Якупова. И угловой. Давай, давайте, проходите быстрее. Проходите быстрее. Мы проходим. Долго ходишь. Гара, Иван. Да, блядь. Опа. Все, и матч закончился победой. Поздравляю всех.